Всем привет! Сегодня ходил в АТБшку за продуктами и на сдачу дали вот такие две монетки. Это у нас новые монеты Украины. 2 гривны 2018 года. Данная монета должна заменить соответствующую купюру. И будут ходить вот такие монетосины. Сразу что бросается в глаза, это очень маленькие размеры монеты, и как-то оно все невзрачно, оно и выглядит. Могли бы, конечно, постараться начеканить и лучше. Итак, номинал 2 гривны. Материал сталь с гальваническим покрытием. Качество обычное. Диаметр составляет монеты 20,2 мм. Гурт рифленый. Вот такой вот наш гурт. Вес 4 грамма. Сейчас мы заодно и взвесим на моих ювелирных весах. Четыре грамма с копеечкой. Или, как говорят на рынке, с походом. Толщина монеты составляет 1,8 мм. Если так дело пойдет, то будем покупать мешочки, вот такие вот, я вам на примере показываю, из-под очков взял такой чехольчик. И скоро будем вот с такими мешочками по магазинам ходить. Вот и буду здесь и 5, и 10 гривен, кстати, там скоро уже должны выпустить. Может, это в следующем году уже запустят. А еще через несколько лет и двадцаточка, и полтинничек подтянется. Вот то будет веселье. Вот такие вот мешочки нас ожидают, или полные карманы. Не то, что как раньше, там 5-10 копеек, а вот такие 2-гривневые монеты будем таскать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!